эфире новости 31 канала. В студии Дмитрий Бочко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Алексей Текслер, кандидат в губернаторы, теперь официально. Управление с тем, что вы сейчас приобретаете новый статус, статус зарегистрированного кандидата на должность губернатора Челябинской области. Всего хорошего. Спасибо. Исполняющий обязанности главы региона первый собрал подписи в свою поддержку, которые успешно прошли проверку. Достигли дна. В Челябинске впервые за 40 лет начали чистить реку Миас. Работы проходят в акватории возле торгового центра. Специальная техника убирает мусор, который копился здесь годами. Когда завершится санитарно-гигиеническая обработка реки, подробнее расскажем в нашем сюжете. Деньги есть только на махинации. Жители ЧМЗ привели в порядок двор, не дождавшись помощи от депутата, который может быть замешан в крупной афере. Голубые ели погибают прямо в центре Челябинска. Деревья не могут выжить в условиях городских джунглей. Будут ли чиновники решать проблему с озеленением, расскажем далее. Первый в списке Алексей Текслер сегодня получил удостоверение кандидата в губернаторы. Кто за то, чтобы зарегистрировать кандидата на должность губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, 1973 года рождения? На выбор Алексей Текслер.